Я пришла после Седлица. Не знаю, сколько километров я уже прошла. Я прошла первое село, и я сейчас во втором селе. По карте это будет Подляска какой-то, 65. Вот. Тут какой-то лес хвойный. Немножко, уже почти, уже 3 часа с копейками, даже почти полчетвертого. Скоро начнет темнеть. И мне придется возвращаться по рельсам, к которым я пришла. Железная дорога тут вот. И мне придется возвращаться. Но пока еще светло, я хочу посмотреть, куда я вообще пришла. Что тут вообще есть. Боже, и сразу хвой так пахнет. Красота. И хвойные леса тут есть. И вороны облепили меня. Новенького человека увидели мне. Накаркали мне тут удачу. Тут какие-то старые советские здания, домики. Тут какой-то то ли завод, то ли колхозик. В общем, не знаю. Сейчас пойду по этой дорожке и буду смотреть, что тут за село такое интересное. Ой, какие красивые сосны. Такие красивые. Куда это меня принесло? Тут открывается такой вид, домик деревянный. Ставни даже еще есть у него. Ничего себе. Вау. Какая древность тут. Да, красивенько. И там до сих пор живут. Смотрите. И там орхидеи или гвоздики. Ничего себе. Вы представляете, там до сих пор живут люди. Дверь поставили современную. Крыши, конечно, старые, ставни старые, окна, рамы, а люди живут, жесть. И какой-то христианский там католическая молебна. Ой. Улица. Мне прям не верится, что я попала в какое-то село. Даже не знаю его название. Пишут Подляски, но я не уверена. Тут какой, похоже на какую-то то ли птицефабрику, то ли курятник или коровник. Явно что-то есть или было. Интересненько так. Тут домик написано курочки, домашние курочки. Кто-то курей продает. С этой стороны слышно, что работает бензопила. И я тут увидела стога сена. Представляете? Ой, так миленько. Уже весна, все работает, все цветет. Не цветет, только трава пробирается. Голуби, птицы уже просыпаются. Избушка на курьих ножках на фоне леса. Представляете? Вау, такая красивая древность. Поляки у нас любят хранить свою историю, свою старую архитектуру, ремонтируют ее и в ней же живут. Ой, как красиво! И да, и дом старый, и без порога. И зеленая травка. Далеко я прошла, далеко. Это уже за второе село. А там лес. Это трон для аиста. Когда они пролетят, он тут будет делать гнездо, и у него будет своя семья. Старый забор. Увидела я, что можно пройти тут ближе к лесу. Голуби поют, вороны каркают, воробьи ссорятся, синички вообще заливаются. Красота! Кто-то уже вспахал землю, уже готово на то, чтобы что-то садить тут. Овощи или фрукты. Я иду в свое царство.
лесное.